Привет, друзья, с вами Флок. Ну что, получается, на этой церемонии BTS-статуэточку не взяли, да? Но ничего страшного, очередной этап, будем двигаться дальше. Тем не менее, выступление, перформанс Баттера мы сейчас с вами посмотрим. Давайте, мы давно не видели их, давно не смотрели живые выступления, собственно, а это еще и свеженькое. Поехали, да, все ссылки в описании. На Boosty мы закончили смотреть первый сериал, первый сезон на лужайке, так что залетайте, кому интересно, смотрите. Скоро, очень скоро начнем смотреть. Второй сезон в озвучке Кайла будем смотреть сначала, потом как пойдет. На Твиче начали смотреть «Мы все мертвы», там видео все еще есть, переходите, смотрите. Погнали. Интересно, что с образом у ребят, очень интересно. Тэхён? Я, кстати, видел его фотку, видел с Леди Гагой, да. Блин, Леди Гага. А, Джин. Джин, как я мог перепутать. Ну, тут, блин, образы. Ну, знаете, у Чонгука уже есть, собственно, это... опыт полетов. Фу, ё-моё, так это ж... А, нет. Что происходит? Ребята, очень... Опа. Опа. Кстати, вот этот момент, когда вот карта была от Тэхёна, тоже где-то видел. Вот это, да-да-да. Он девчонке на ухо что-то шепнул, такой, хопа, типа карту взял у нее, такой, я фокусник, говорит, запульнул. Прикольно, кстати, было. Девчонка симпатичная. Тоже какая-то суперзвезда. Ну, о, карточка какая-то, да. Блин, ловилась, а. Блин, девчонка симпатичная. Опа. Прикольно. А, это ключ, типа, знаете, такой вот. Новое дыхание. Слышу маленькая двоякость такую. Но это, наверное, от записи. С Баттером мы, собственно, давно, да, ничего, ну, не слушали Баттер давно. На концертах только вот смотрели, может быть. Блин, собака укусила в губу, представляете? Блин, больно, так что не обращайте внимания, то что я, ну, вот так вот. Ну, сам номер как начался, да? Круто. Аша. Джин вообще встанет со стола, нет? Тут? Но он продюсер, да, наверное? Саунд. Звукарь. На этом выступлении. Что-то он к ним не присоединяется почему-то. Так. Что будет? Опа, блюз. Нет? Уу! А, это миссия невыполнима, как будто бы видели. Они сквозь лучи такие. Да-да. Прикольно. Новое дыхание в Баттер. Казалось бы, да? Сколько раз уже слушали этот трек, а как он звучит по-другому здесь? Ну, стиль у них, конечно, казалось бы, ничего такого, да, но, блин, вот это вот черное ребятам очень идет, причем всем. И Баттер, я хоть и плохо слышу этот трек сейчас, но он по-другому звучит. Эй! Оу! Опа, опа, это знаете, нет, не то, ладно.
Эй! Качество звука здесь, конечно, не очень, но ладно, оно такое... А, вон чувак такой смешной танцует. Прикольно! Прикольно! Круто! Я видел эти отрывки моментами. Но я не думал, что это с выступления. Ей! Очень круто. Очень. Опять же, вот Баттер, казалось бы, такая, ну, наверное, ну, это грубо будет звучать, но заезженная уже композиция, да, у ребят, наверное, еще лучше было бы, если бы они динамит исполнили. Вот. Но они, наверное, это сделали просто по кайфу. Просто по кайфу. Да, Баттер уже очень давно, собственно, с 21 года, но, тем не менее, она многим уже надоела, вот как мне, да. Но здесь она открылась для меня по-другому. Очень круто сделали. Ну, начиная вот с этого, как ребята сидели просто в зале, в зрительном тяжело сказать, да, там одни звезды были, судя по всему. Вот, вот этот номер с картами, это, ну, это никак нельзя, это вот по-другому не назвать, это номер, действительно. И в целом все выступление, это просто такой номер космический получился. Хоть и обычный, да. Космический, это в плане того, что по ощущениям, по эмоциям, это было как-то космический, как будто бы в первый раз смотрел на Баттер. Вообще. Ну ладно, друзья, всем большое спасибо за внимание, с вами был Флок, понравилось. Поддержите лайком, напишите свой комментарий. Жаль, конечно, что так получилось, что ничего они не взяли. Но, тем не менее, это очередной этап. Ничего страшного, они, я так думаю, просто... Ну, не особо расстроились, да, наверное. Вот. В плане того, что выступили, очень круто, очень хорошо. Нет, может быть, расстроились. Я не смотрел трансляцию на Вилайфе, да и в целом да, не смотрел Грэмми, поскольку это было ночью. Ну, блин, это не это отговорка, скажешь. Да, вот я сидела ночью там в 5 утра смотрела, кое-как спать легла и так далее. Но, да, я понимаю. Вот. Но у меня работа, все дела. Но у меня есть телеграм-канал, в котором я получаю всю информацию. На утро там было аж 500 сообщений. Вот, так что подписывайтесь, и если вы что-то пропускаете, там все самое интересное будет. Да, там общение не всегда происходит, но когда все самое интересное происходит, там общение очень плодотворное. Ладно, друзья, всем большое спасибо, с вами был Флок.